дороге к Маске спускаемся с гор. Там вдалеке виден остров Гомера и Ля Пальма. Дорога на 1,5 машины разъезда. Кстати, вот одна из этих самых машин там и едет. Разъехались. Посмотрите, какая прекрасная, удивительно широкая дорога. Снимать и рулить не очень удобно. До Маски еще 3 километра. А, ну это кармашки для автобуса, скорее всего. Для толстых автобусников. Либо толстых грузовиков. Кармашки для машины, которые пропускают автобусы. Ну да, наверное. Вау. Посмотрите, поворот просто на 360 градусов. В маленьком пятачке. У-ху. Круть. Ну как тут вкусный? Косточки. Я не знаю, я с косточками его ел. Что, здесь будем останавливаться, фотос? Как там парковки нету. Поэтому я думаю, мы остановимся чуть-чуть подальше, вот здесь. А, ну в принципе здесь вот она и парковка. Видим, посмотрим виды. Вау. Ты выходить будешь, нет, Машуль? Дорога просто уходит куда-то в пропасть. Блин, ну слушай, дорога здесь волшебная. Обалдеть. Супер. Вау. Тушканчик еще бегает. Мама мия. Мама мия. Вау. 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 Там внизу петляет дорога. Прекрасно.